Добрый день, мои дорогие! В этом видео я расскажу вам об октябрьских покупках, а также о тех небольших, но приятных подарках, которые мне сделали в этом месяце. Начну я с подарков. Сначала стоит упомянуть вот такой вот увлажняющий лосьон для тела от какой-то израильской марки, которую привезла мне одна моя хорошая знакомая. Называется он Pure Body. Это лосьон для тела в объеме 100 мл. Компания не тестирует на животных, безопасно для озона. Собственно, весь состав, все остальное здесь на 50% на иврите, 50% английский. Относительно качества, я не сказала бы, что это лосьон. Он похож на такой достаточно жидкий крем по консистенции. То есть, вот в моем понимании, лосьон все-таки должен немножко течь по коже. Это совершенно спокойно держится вот даже в таком перевернутом состоянии. Хорошо увлажняет, очень приятно пахнет лавандой и достаточно часто пользуюсь им по настроению. Очень довольна этим кремом. Я думаю, что хотелось бы попробовать также другие продукты из вот этой вот серии. Предполагаю, что она недорогая, но при этом очень-очень приятная по ощущениям. Если вы живете в Израиле, я думаю, что вы наверняка пользовались этой косметикой. Если вам удастся попасть, то рекомендую попробовать. Я думаю, что останетесь довольны. И второй подарок, о котором у меня уже спрашивали, что за цвет лака у меня на ногтях. Так вот, это вот такой вот лак в таком фисташково-зеленый, слегка, может быть, даже болотно-зеленый оттенок. Это оттенок номер 100. Называется он Seo Psychet, если я правильно читаю. Может быть, кто-то рассмотрит здесь. От Эсси. А у этих лаков шикарная кисточка. Она широкая, но не настолько критично широкая, как иногда бывает. То есть это именно та ширина кисточки, которая удобно закрывает ноготь при нанесении лака. Если же говорить относительно самого качества этого лака, я не могу сказать, что я в полном восторге. Да, сохнет он очень быстро, но уже через 5-7 минут даже без нанесения какого-то верхнего топа можно спокойно идти мыть посуду или принимать душ, или как-то еще иначе работать руками, грубо говоря. Но стойкость лака не самая лучшая, и где-то уже на второй день появляются небольшие сколы вот здесь на кончиках. И могут даже иногда возникать какие-то проплешины где-то вот на самой же середине ногтя, буквально так же на второй день. Для меня это мало. Хотя оттенок потрясающий, я думаю, что я куплю для себя еще сама несколько лаков Эсси, потому что мне понравилась цветовая гамма. До этого я как-то вот не обращала на них внимания, хотя, конечно, очень много было наслышано от других блогеров, от каких-то своих знакомых, кто пользуется этими лаками, очень доволен. При нанесении топа, вот тут да, тут можно продлить жизнь этому лаку на 4-5 дней, и это уже, в общем-то, вполне в рамках того, что мы привыкли получать от лака для ногтей. И теперь перейдем к покупкам. Во-первых, я купила на замену своему предыдущему закончившемуся гелю от Garnier вот такой вот гель для умывания для комбинированной жирной кожи от чистой линии. И я не могу сказать, что он чем-то слишком сильно отличается от геля Garnier, за исключением стоимости. Это стоило что-то в районе 40-50 рублей, Garnier стоит в 3 раза дороже. При том, что, ну да, здесь меньший объем, здесь 100 мл, там кажется 150, но в любом случае выходит дешевле. Качественной разницы никакой не заметила. Также умывает, неплохо очищает кожу, прекрасно пенится. И, в общем, гель как гель, достаточно неплохой бюджетный вариант для тех, кто привык действительно экономить на таких вот вещах, которые бывают на коже там 1,5-2 минуты. И в тот же день, зайдя в магазин Allgood, я решила изменить свои давние традиции покупать только дезодоранты в виде спрея и приобрела для себя вот такую вот якобы новинку, но не знаю, насколько это действительно новинка, от Nivea, дезодорант в стике, кремообразный я имею в виду. Заявлено, что это невидимая защита для черного и белого, мягкий уход на 48 часов. Ну что, относительно 48 часов не могу сказать, потому что моюсь, естественно, чаще. Защита, да, неплохая, но я и вагон это не разгружаю, в общем-то, да. Для вот человека с таким стандартным уровнем активности, да, он подходит. Что же касается невидимости, здесь нет, абсолютно нет. Он оставляет белые пятна на одежде, на любой, кроме белой. То есть даже на каких-то светлых, там, розовых, светло-бежевых тканях. К сожалению, пятна остаются, и от них никуда не денешься. Во всем остальном, в общем-то, ну, неплохой продукт, но если использовать его только с белой одеждой.
второй раз точно не куплю. И вот по 10-бальной шкале, меня, кстати, просили как-то ставить оценки по 10-бальной шкале, я бы поставила ему 5 и не баллом выше. И теперь переходим уже непосредственно к декоративной косметике. Во-первых, я купила для себя вот таких вот два лака для ногтей от моей любимой марки Rimmel. Во-первых, это красный лак, вот, который у меня сейчас на ногтях. А во-вторых, это вот такой вот лак в оттенке 398, черная жемчужина. А если красный, это просто классический красный, без каких-то дополнительных примочек, он глянцевый, без блесток, без каких-то глиттеров, шиммеров, прочего, просто обычный красный лак, то вот этот вот, это он не черный, он такой вот темно-темно-серый с переливом, действительно напоминает черный жемчуг, хотя, конечно, насыщенный, на мой взгляд, черный жемчуг, он несколько посветлее, то есть он более серый, а не настолько черный. На коротких ногтях лак смотрится потрясающе красиво, на длинных, ну, в общем-то, это не для длинных ногтей оттенок. Качество стандартное для лаков Rimmel, ничего нового сказать не могу, держится без топа 3 дня, с топом до недели совершенно спокойно. Мне ногтевую пластину не портит, хотя иногда, конечно, слышу какие-то жалобы, что вот, к сожалению, лаки эти портят ногтевую пластину. По 10-бальной шкале ставлю им 8 баллов, а учитывая то, что они шли еще и набором, то есть вот этот лак шел как подарок вот этому дополнительно, то можно смело поставить всю десятку, учитывая сэкономленную сумму. Не удержавшись, насмотревшись рекламы, я приобрела для себя новую тушь от Maybelline, вот такую вот удлиняющую. Да, я правильно ее держу. А та, которая обещает сделать ваши ресницы длиннее на целых 4 мм, благодаря удлиняющим микроволокнам. Я, к сожалению, вот эту надпись постоянно читаю как удлиняющая микроволновка, и, к сожалению, не очень радуюсь каждый раз по этому поводу. Что могу сказать конкретно о туши? Здесь 6,9 мл, почти 7. Стоила она по какой-то акции, проходившей в магазине Ревгош, по-моему, 300 рублей, может быть, даже дешевле, я могу путать. У нее вот такая вот кисточка, вполне обычная, вполне типичная, и всю эту кисточку покрывают, вот видимо, вот эти те самые удлиняющие микроволокна, которые, по идее, должны наращивать длину ресницы, делать ее на 4 мм больше той, которая есть. Что же на самом деле? На самом деле это тоже делает, если нанести ее быстро и не возиться с ней, вот выкрашивая каждую ресничку, она очень часто делает из ресниц елку. Потому что одно волокно прилипает ровно по росту ресницы, другое прилипает в одном направлении, третье в другом, четвертое в третьем. Я когда-то давно покупала подобную тушь от Vivienne Sabot, осталась недовольна, попользовалась всего 2 раза и практически сразу отдала. Но та тушь была более сухая по своей консистенции, это жидкая, поэтому если провозиться с ней достаточно долго, то можно в итоге слепить вот такие вот достаточно длинные, при этом густые ресницы. Но в целом же я в очередной раз убедилась в том, что удлиняющие туши — это не мой вариант. Я люблю туши разделяющие и такие вот слегка объемные. А здесь для тех, кого нужно удлинение и кто может провести с макияжем ресниц порядка 20-30 минут, наверное, да, эту тушь стоит приобретать. В других ситуациях я бы не рекомендовала, и какого-то вау-эффекта я от нее не увидела. Не могу опять же сказать, что это потраченные впустую деньги. Нет, она на свою стоимость она работает, но второй раз я такую тушь точно не куплю. И последний продукт, купленный буквально недавно, совершенно случайно по наводке знакомая зашла в один дисконт, как я думала, центр, оказалось, что я там была, и магазин этот всей душой терпеть не могу. В итоге, ну, надо же что-то было купить, купила себе тапочки и вот такую вот стойкую гелевую подводку для глаз от Belor Design. В общем-то, не побоялась брать в стоки, потому что знаю, что это белорусская косметика, и вряд ли будут ее подделывать уже. Вот такая вот подводка в виде фломастера. Мне подводка понравилась. Во-первых, она рисует очень-очень тоненькие линии. То есть вот сейчас я нарисовала с достаточно явным нажимом. Вот это вот здесь уже практически не нажимала. Хорошо держится, она действительно стойкая. Средством вот от Albion Exia, которое у меня для снятия макияжа, она снимается неплохо. Обычным вот гелем для умывания, конечно, он ее не берет. Рисует хорошие, приятные, тонкие стрелочки.
посмотреть, там можно нарисовать и достаточно толстое. То есть, в принципе, как с любым фломастером, именно то, что вам нужно от этой подводки. И при стоимости в 100 рублей, если мне не изменяет память, да, этому продукту 10 из 10, очень довольна. Я думаю, что куплю еще второй или даже, там, может быть, третий раз. Вот на этом и все покупки, подарки этого месяца. Да, спасибо, что посмотрели, оценивайте, пишите комментарии. Как всегда, увидимся очень скоро в следующих видео. Пока!